В Москве открылся фестиваль «Мастера музыки». В его рамках стартовал проект по развитию творческих навыков и повышению квалификации педагогов из регионов. Он так и называется «Мастер и ученик». В течение недели преподаватели и их лучшие воспитанники из разных городов России будут совершенствовать навыки на занятиях, лекциях и семинарах, а в финале продемонстрируют свои таланты на гала-концерте. Проект реализуют при поддержке фонда президентских грантов. Возвращаясь в Россию каждый раз и преподавая по регионам, я заметил, что достаточно сильно отстает развитие музыкантов молодых именно в регионах. По этой причине мы решили стартануть этот проект на базе нашей автономной коммерческой организации, которая называется GOSH Projects.